Пятую детскую поликлинику в микрорайоне Роста откроют после того, как устранят недостатки и получат лицензию на ведение медицинской деятельности. Напомним, 21 декабря 2016 года комиссия проверила выполнение работ, которые осуществляла ООО «Найс». По ее результатам был составлен акт с перечнем недостатков. В адрес подрядчика направили претензионное письмо с требованием провести необходимые работы в кратчайшие сроки. За время реконструкции помещений детской поликлиники они были полностью оснащены новым оборудованием, мебелью и инвентарем. Но чтобы принять пациентов, еще необходимо получить лицензию на медицинскую деятельность, провести экспертизу обновленных кабинетов на соответствие санитарным нормам и правилам, внести изменения в технический паспорт здания.